три двойки и две четверки. В серийном номере у банкноты 5000 тенге, который лежит на байковой поверхности. Апреля, да? Причем двойки расположились достаточно интересно. Две двойки, первая и вторая, входят в состав зеркальной цифры 2-4-2. Вторая и третья двойки, они расположились слитно. Двойка – это число познания. Энергетика познания получает усиление в этой банкноте 3,7 раза. Потому что две двойки участвуют в зеркальной цифре. Четверка. Число власти. Ну, сами четверки, они сильно разобщились. Но первая четверка, она входит в состав зеркальной цифры 2-4-2. Поэтому энергетика власти все-таки получает усиление. Ну, получается где-то 1,5 раза.